Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобыляцкая перепилочка». Тема сегодняшнего видео – 100-ваттные диммеры. Поехали. Диммеры – это в простонародье говоря регуляторы напряжения. Вот сегодня мне пришла посылочка из Китая. Здесь я заказал 10 диммеров, они приехали мне вот в таком состоянии, и каждый из них необходимо попаять. Поэтому в любой момент звоните, заказывайте. Отправка у нас каждый день. Если вам необходимо это все дело попаять, то за работу я возьму еще плюс 20 гривен. Ну а если кто-то захочет попаять это дело сам у себя дома, своими руками, то я сейчас покажу, как это сделать. Oh,
Итак, ребята, пайка закончилась, процесс занял приблизительно минут 15. Но зачем эта штука, все-таки спросите вы. Итак, уважаемые перепеловоды, я знаю, что много из вас начали делать брудерные ящики, брудера, и устанавливать туда отопление. Если брать вот такую лампочку на 100 ватт, то вот этот 100-ваттный диммер подходит именно для нее. Как его можно применять? Вот сестра моей жены передала мне вот такой сломанный терморегулятор. Может, у кого-то был такой. Он без циферблата, просто здесь была ручка, плюс-минус температура. Но поскольку он был сломан, всю начинку я отсюда убрал, а сюда внутрь поставил вот этот диммер. Вот он так здесь схован. Вот эти две розетки подключены между собой напрямую, но один из проводов подключен через вот этот диммер. Сейчас давайте проверим его на работоспособность. Вставляем наш блок питания. Далее, вот есть у меня вот такой патрон. Вставляем его сюда. Сюда вкручиваем лампочку. Включаем сетевой распределитель. И мощность обогрева мы регулируем вот этим диммером. Здесь лампочка сейчас работает на 100%. Прикручиваем. Минимальное напряжение это 50 вольт. Дальше диммер выключается. И опять можем включать. Таким образом, мы в нашем брудере можем единоразово вкрутить вот такую мощную лампочку и по мере роста перепелят убавлять потихоньку мощность обогрева. Или добавлять мощность обогрева, если в перепелятнику вдруг похолодало и ваши перепелята начали мерзнуть. Первую партию диммеров вот таких у меня уже раскупили. Ссылочку на них я оставлю внизу в описании на нашем сайте, в нашем интернет-магазине. А также вы их можете самостоятельно заказать в Китае, ссылочку на них я тоже оставлю внизу в описании. На китайский сайт AliExpress. Поэтому переходите, смотрите. Вдруг кто захочет, то вот такие диммеры можно приобрести в нашем интернет-магазине. Ну вот такое видео получилось сегодня. Ну а на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока.